Приветствую вас, и если мужчина вам не изменяет, а только лишь общается с другими женщинами, то делать ничего в принципе не нужно, потому что ничего плохого ваш мужчина не совершает. И то, что действительно стоит выполнить, это стараться огрузить мужчину диплом и работой, более тщательно, более внимательно обратить внимание на его желания, чтобы понять, чего он хочет, дать ему это и тем самым снизить у него мотив для того, чтобы он общался с другими девушками. Потому что если мужчина общается с ними, значит, что-то в ваших отношениях ему не хватает. Чего-то ему не достает для ощущения счастья, для полноты, так сказать, жизни. Если вы это все делаете, если вы делаете все, что от вас, все от вас зависит, но он все равно общается с другими девушками, то тогда, опять-таки, пока это просто общение, ну, это можно закрыть глаза. Общается и общается, мало ли, тут человек досуг такой. Если уже будут встречи, если будет что-то более серьезное, или в общении вы увидите там элемент флирта или что-то еще, вот здесь уже нужно вызывать мужчину на разговор и откровенно с ним говорить, ну, почему так происходит, что его заставляет так поступать, и вообще любит ли он вас и хочет быть с вами. То есть тут имеет место наличие определенных причин, по которым может такое происходить. Первая категория – это, наверное, проблемы в отношениях. То есть, может быть, это те проблемы, которые вы не замечаете, которые вы не считаете проблемой, но мужчина так думает, и это его отгораживает от вас, отдаляет от вас, в результате чего он общается с другими девушками. А вторая категория – это просто охлаждение чувств к вам. И тогда, возможно, стоит предложить на время расстаться, побыть наедине, пересмотреть свои отношения, посмотреть, как вы будете друг без друга жить. И потом, по истечению какого-то времени, постараться опять встретиться, посмотреть друг на друга и понять, вот вы видите каждого из вас как своего будущего партнера или нет, если у вас чувства друг к другу или нет. Соответственно, если чувства остались, то вы опять вновь сходитесь, и у вас все хорошо. Если нет, ну, значит, вам не судьба быть вместе, вы не сложились, так бывает, и тут нужно лишь только принять выбор человека, мириться с ним и жить дальше, потому что, ну, нельзя насильно как-то вот вашего парня взять и заставить, допустим, не общаться, потому что им движет потребность. Определить эту потребность можно только через те действия, которые я описал ранее. И будет понятна потребность, мотив, почему он так делает, будет ясно, что это значит и, соответственно, как вам себя вести. Но вариантов здесь на самом деле немного. А если мужчина узнает, что вы в курсе о его общении с другими девушками, и при этом не захочет ничего менять, то будет продолжать общаться с ними, то вы можете поступить так же, то есть дать ему понять, что вы не собираетесь терпеть его взаимодействие с другими женщинами и сами будете общаться с другими мужчинами, чтобы показать свою независимость. Потому что очень может быть, что мужчина просто расслабился, понял, что вы вот с ним, вы принадлежите ему, никуда вы от него не денетесь, зачем стараться, и просто начал обращать внимание на других девушек, как и классический такой мужчина-охотник, мужчина-завоеватель, да. Соответственно, если он поймет, что вы можете от него уйти, ну, он похватится и подумает, боже, что я делаю, я могу ее потерять, и начнет вновь за вами ухаживать, тем самым вы освежите отношения, подадите им некоторую пикантность, и тем самым сможете их с
сохранить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен.